виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне как громадное счастье любовь к вам. Если бы герой реально любил Веру Николаевну, да, он бы, наверное, бы набрался храбрости, силы духа и настоящей любви и ушел бы, чтобы не задевать ее. Сегодня я уезжаю, никогда не вернусь и ничто вам обо мне не напомнит. Это чувство поднимает фигуру довольно мелкого, заурядного человека до уровня высокого трагизма и подлинного страдания. Он кончает собой не от любви и не из-за каких-то злостных планов, потому что он, в принципе, жить-то вообще не может. Разве он виноват в любви? Разве можно управлять таким чувством, как любовь? Дай бог каждому, я бы сказал так, безответную любовь. Игра в «Бисер» с Игорем Волгиным и художественный фильм «Гранатовый браслет». Режиссер Абрам Ром.